Всем привет! С вами любимая компания «Электромоторы». Сегодняшний наш видеоролик посвящается сеялкам роста, а именно данный видеоролик посвящается сеялке SRT-1M или как она по-новому называется SOR-1-1, VPS-52-1, и втулочка идет 24 отверстия по 3 мм диаметр отверстия, стандартная заводская втулка. Открываем бункер. Как вы видите, большая втулка диаметром 52 миллиметра. Почему такая большая втулка? Предыдущие сеялки с меньшими втулочками 27 миллиметров диаметр, они были предназначены только для мелкосемянных культур. С помощью данной сеялки, данной втулки, вы сможете высеивать более крупные культуры, а именно завод предоставляет также готовую уже втулку на замену, 6 отверстий, 10 миллиметров диаметр отверстия. Это достаточно большое отверстие для сеялок точного высева. Данная сеялочка комплектуется втулкой 24/3, комплектуется двумя звездочками, ведущей и ведомой. Также в комплекте идет цепь, с помощью которой вы также сможете более точно отрегулировать шаг посева. В комплект поставки идут две ручки специальные. С помощью данной сеялки вы сможете сделать точный высев, осуществить высев мелкосемянных культур, крупносемянных культур, в зависимости от того, какая втулка там будет стоять. То есть на каждую культуру, если диаметр семечки разный, вы сможете подобрать определенную втулочку. Также в ассортименте представлены сеялки неточного высева, SR1, щеточный высев у нее. Здесь вы можете также осуществлять более широкий диапазон семян, потому что сзади у нее есть колесо, с помощью которого вы сможете регулировать диаметр. Но здесь шаг посева уже не регулируется, расстояние между семенами вы регулировать не можете. Более универсальная сеялка, точный высев, это SRT-1M. Звоните к нам в компанию «Электромотор» по телефону 5300-38. Мы официальный дилер завода, поможем, предложим вам сеялку под вашу именно культуру. Также напоминаем, что цены на нашем сайте не окончательны, вы можете торговаться, поэтому звоните 5300-38.